Сегодня буду снимать в продолжение серии про драконов, которая называется «Жизнь драконов в скрытом мире». Ну что, поехали. Ох, это очень плохо, это очень-очень плохо. Фух, дыши, дыши, все хорошо. Нет, люди здесь не могут быть, люди здесь не могут быть. И мама. Снежиночка, что-то не так? Да нет, просто хотела узнать, куда ты так далеко и надолго улетела. Фу, да так просто прогуляться чуть-чуть. Наверное, я это задержалась. А, ну ладно, просто там, как обычно, искорка с угольком подрались. О, можешь пока их сама попробовать разнять? То я уже пыталась, вот за тобой полетела. О, хорошо. Ты лети, я сейчас тебя догоню, хорошо? Угу. Да, мам. Всё. А еще как назло. Искорка с угольком там дерутся. А, ладно, я знаю, кого вызвать, какого эксперта, чтобы она отнесла это из Бико. Грамгильда! Грамгильда! Опа! Дневная фурия, привет! Что-то произошло? Не то, чтобы что-то произошло, но да, да. И что именно? Что? Подожди-ка. Этого не может быть. Это же топор. Я знаю, чей это топор. И в этом-то и проблема. Никто из людей сюда не может пробраться. Это даже Беззубик знает. Да даже Икинг бы не смог сюда пробраться. Как? Да, это меня пугает. Здесь не было людей никогда. И как? Думаю, Беззубик сможет с этим разобраться. Ты не можешь отнести ему это? Ты не занята? Нет, я не занята. Да, я отнесу. Хорошо, потом тогда вы с Беззубиком вдвоем подойдете и скажите, что про... Ну, расскажете мне. Хорошо, я отнесу и... Да, хорошо. Все, давай тогда, пока. Пока. А, я полетела. Так, а я полетела относить вот это. Так, ну что ж, как у нас проходит патруль, все хорошо? А, Ваше Величество, южной территории все хорошо, я все проверила. Хорошо, вы свободны. Напомните, как вас зовут? Звезда. Да, вы свободны. Спасибо, Ваше Величество. Так, север и запад проверены, тоже никаких следов чужеземцев, все хорошо. Хорошо, спасибо, Смертоход, ты тоже свободен. Угу. Спасибо, Ваше Величество. Так, Парс, Веполис, сообщите ко мне, все ли у нас хорошо на востоке. На востоке все хорошо, Ваше Величество. Да, да. Никого нету, никого не нашли. Все, спасибо тогда. Да, спасибо, Ваше Величество. Фух, вроде со всеми справился. Теперь можно лететь домой. Грамгильда, ты в порядке? Да, я в порядке. Вот я что нашла. Погляди на это. Ты ведь помнишь, что это такое? Ну-ка. Это... Не... Что? Не может быть. О чем речь? Где ты это нашла? Я это не находила. Это нашла... Дневная фурия. Что? Где она это нашла? Как я поняла, она нашла это рядом с вашим домом. Ты ведь понимаешь, что это топор? Топор Астрид. Но что она могла здесь сделать? И как она сюда пробралась? Только что все мои патрули сказали, что не нашли никого. Никого здесь нету. Как? А драконы это самые... так скажем, надежные мои
Что? Ну, подожди. Как? Дракон по-любому мог бы ее учуять. Да, я бы ее тоже учую. Ты же знаешь, я ее за километр могу учуять. Я любого могу найти. Но странно, может быть, это и не она была? Как это не она? Чей топор? Ее? Да, логично. И запах ее тоже. Что-то тут нечисто. С одной стороны, я очень рад, но с другой... Беззубик. Не хочу, конечно, говорить, но даже я не очень рада. Что? Почему? Прошло уже 5 лет, и мы изменились. Возможно, и люди изменились. Может, они уже плохо относятся к драконам. Я не знаю. Нет. Нет, только Никинг и не Астрид. Они всегда будут любить драконов и хорошо к ним относиться. Я это знаю. Это ты так думаешь, но что они думают? Да, вот это вопрос. Что ж, думаю, придется усилить охрану и патрули. Я тогда сейчас назначу, если ты не против тебя, у тебя нет дел? Нет, у меня нету дел, я, да. Если можешь, попробуй взять след и найти. Я пыталась, но странно, как будто бы она где-то здесь, но след теряется и пропадает, и потом где-то... Я не знаю, как это объяснить. Непонятно. Да. Хорошо, я пойду пока, так скажем, назначу других еще, чтобы все искали. И пойду проверю, как моя семья. Хорошо, Беззубик. Пока. Пока. Нет, я сильнее. Я. Успокойтесь, пожалуйста. Так, дети, не драться, а ну-ка. Ой, мам, прости. Да, прости, мам. Я не поняла, что у вас тут за разборки происходят. Я сказала отдохнуть несколько минут. Да, мам, но уже несколько часов прошло. А, я знаю. Просто дети, кажется... Беззубик, нет. Просто дневная фурия. Кажется, в скрытом мире появился человек. Что? Папа, ты ведь сам говорил, что в скрытом мире люди не водятся. Похоже, кто-то к нам все же зашел в гости. Да, и это очень опасно, поэтому, дети, вам придется сидеть дома с мамой. И я... Мне придется улететь, так что... Выйдь ни шагу от дома и от мамы, ясно? Сидите. Это очень опасно. Если вас найдет человек... У меня нет уже вообще никаких гарантий, что человек может быть добрым. Кто знает, какие сейчас люди. Ну, Беззубик, ты же так верил, что люди не изменились и остались хорошими. К сожалению, уже не могу про это сказать. Точно. Да, поэтому я буду следить за детьми, а ты лети и помогай всем. Да. Папа, постой! Да, что? Что, Искорка? Папа, вот ты говоришь, что люди хорошие. А, ну, некоторые, да, как Икинг. Можно тогда тебе задать один вопрос? Да, конечно. А почему у тебя один хвост? Вот здесь, вот. Не настоящий. Что? Нет, это настоящий хвост просто. Папа, я знаю, что значит настоящий, а что не настоящий? Что с ним случилось? Это ведь люди сделали? Да, но... Вот, видите, я же говорю, что люди злые. Ну, я не уверена. А я уверен. Ну, ладно, тогда и я уверена, что они злые. Беззубик, я думаю, тебе сейчас самое время улететь. Да, дорогая, пока. Мама, мы не должны просто так сидеть. А вот и должны, дети. Вы никуда не уйдете, ясно? Я вам сказала никуда. Ну, мам. Нет, циц, все, хватит. Я за вас несу ответственность, поэтому все, хватит. Дети, пожалуйста, слушайтесь меня. Все. Марш домой. Я буду здесь
снаружи вас сторожит. Ну, мам. Я сказала марш. И не драться дома. Ладно. Тогда я первая, ха! Подожди, подожди нас. Ой. Надеюсь, Бизабик с этим всем разберется. Не хотелось бы, чтобы у нас в Картемиле появились люди. Продолжение следует. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и узнать, когда выйдет следующая серия этого небольшого сезона.